Современный парк в Подрезково хотя открыли совсем недавно, но он уже пользуется огромной популярностью у местных жителей. Смотровая и детские площадки, рядом нетронутый лес и аллеи. Каждый может найти здесь для себя место для релаксации. Каждый день приходим с удовольствием. Ну, конечно, в дождь мало, вероятно, но нам очень здесь нравится. Нравится организация, нравится расположение парка. И самое классное то, что можно пройти на родник. Буквально на днях здесь появилась еще одна достопримечательность – клумба, кусочек дикой природы. Здесь гвоздика, лилейник, душица, разные травы, более 15 видов. Уникальное место, которое привлекает внимание жителей. В парке Подрезково, который был открыт в 2019 году, сейчас создана клумба, которая называется «Русское поле». Она у нас составляет 170 квадратных метров, на ней высажено 4000 цветов. Все цветы, которые высажены здесь, они многолетние. «Русское поле» – задумка Екатерины Кулик. По ее словам, перед ней была поставлена задача создать экопространство – островок дикой природы в черте мегаполиса. Но мы русские люди, наше поле, оно прекрасно. Те растения, которые в этом цветнике я выбрала, они устойчивы и к температурным перепадам, которые сезонные. Они многолетние, декоративные, создают аромат и радуют глаз. Парк Подрезково построили в рамках губернаторской программы. Эта территория – отличный пример, как совместить природу с современными условиями для комфортного отдыха.